Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на республиканском многожанровом фестивале «Росквитбай» в Могилеве. Здесь собрались талантливые участники, чтобы соревноваться в разных номинациях. Это очень интересный формат, ведь участники могут общаться между собой, делиться опытом, и каждый может подчеркнуть для себя что-то новое. Можно увидеть актеров, музыкантов, а также замечательных маленьких танцоров. Фестиваль полностью пропитан атмосферой праздника и любовью к нашей родине. Участники конкурса подготовили сопроводительный материал для своих выступлений. Организаторы конкурса не остались в стороне и презентовали свой ролик о нашей родине. «Росквитбай», который направлен на патриотическое воспитание участников и гостей. Этот фестиваль представляет собой информационную площадку для большого количества творческих коллективов нашей страны, а также стран ближнего зарубежья – Литвы и Украины. Фестиваль приехало очень много интересных людей. Это ансамбли, студии и, конечно же, многоуважаемые члены жюри. Конечно же, этот фестиваль не состоялся бы при помощи друзей или спонсоров. Например, «Оранжевый слон» — это компания производства детских игрушек. Еще развлекательный клуб «Базилио» — это очень классный развлекательный центр с очень креативными аниматорами. А вечером всех участников и победителей ждет классный подарок. Это фантастический галоконцерт.